Да. Який пін-код був? Скільки? Який пін-код був? 1562. 1562? Да. Короче, я тобі деньги зняв, но карточку заблокировали. Зажрав, потому что я три раза ввів пін-код неправильно. Ёб твою мать. 16.52? 15.62, сколько на машине? А я вводил 16.52. Я первый раз снял деньги. Что делать? Ну ничего, новую заказывать. Там осталось 90 гривен, они тебе чек дали, а карточку заблокировали. Я хотел проверить остаток, а нажимав. Вона тебе надо? Ну как это так? Надо мне пенсию, завтра мора хоронить будет. Получу новую. Когда я получу? Це треба їхати, паспорт брати, мініті не паспорт. Це швидко. Поїхали. Тебе до Надьки час є, поїхали. Я зайнят зараз. Поїхали. У мене нема часу. Що це наробили? Ну що це так? Ну мене пошли гриби ростуть. Ой, брехло. Все ти там осталось. 97. 97, так? Да. А тут що ти получив? Ой. 2500 и 3400. 5900. А, это за 2 месяца, мабуть. Мабуть, Самвел. 5900, еще там 100 гривен осталось. Ой, ну зачем ты меня рубишь? У меня и так сердце колотится, Самвел. Да что тебе колотится, не бреши. После процедуры, ну Самвел. Не бреши, что тебе что-то колотится. Ну, что ты деньги складываешь? Давай чухайся домой. Я посчитаю быстро. Что считать? 5900, я тебе сказал. Точно. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Давай, мне примочки надо делать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Это 5. Да. 5, 800, 5, 900 и 97, да? Осталось? Да. Сегодня за 2 месяца, сынок. Давай, давай, вылазь. А я забыла, что... А я думала за месяц. Это ж мальчика голова. Даже за пенсию свою думала месяц остался. Потому что ты живешь не по средствам. А не то, потому что бачишь тебе сколько денег в кошельке, помимо пенсии. Это мало, я ж тебе тоже давала, сынок. Я ж тебе, да. Я поступала, поменяла. Давай, давай, мам, давай, надо примочки делать. Давай, выходи, выходи. Тысячу ж давала, потом по 100 тебе давала. Давай, вылазь, говорю, человеку давала. Всегда поменяла, думаю, самолки. При въезде надо будет, понимаешь? Давай. Вот привет. Зачем ты меня разыгрываешь? Скажи, зачем? Мало я нервов трепаю. О, вместо того, чтобы оградить меня вот такого. Да, да, да. Принцесса. Ты перейдем, да? Давай, мам, скорей. Сильно долго идешь. Отстегивайся. Считала, зайчик, сейчас. Зачем ты считала, если там... Зараза. Этюд, блин. Сейчас, сейчас, сейчас. Драматический этюд. Исполнение. Ой, Самвелка, Самвелка. Давай, 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 в темпе престо, в темпе престо. Еще надо паштет готовить Ольге Леонтьевне, давай. Так это паштет тебе на завтра, да? Ну, надо сегодня же приготовить. Ну да. Чтобы не Ольга Леонтьевна попросила паштет, давай. Ой, это все на заказе. Вот эту ногу ставь сюда, я тебе сказал. Оцю, вот. Уже все, уже спустила. На прямых. Так, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Опа. На. Сейчас. Чухай. Сейчас, чтоб шла на каждую ступеньку. Не, не. Да, да, же, давай. Я так намучилась. Давай. Ты что, смеешься, чешу? Дай, сгинай в колени. Вот так. Вот так, на каждую ступеньку. Вот так. Видишь, как ты ходишь хорошо. Только держись и ноги переставляй. Все. Поднимай, сгинай в колени. И эту сгинай в колени. В бок не уноси, иди вот так, ровно. Колени сгинай, не бойся. Сгинай колено вперед. Вот так, вперед сгинай, ровно сгинай. И это также, вот так, вот. Вот так, иди, иди, иди. Иди, не бойся, иди. Иди, 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 иди. Вот так. Вот так и надо ходить. На каждую ступеньку. Это так легче даже. Так легче. На каждую ступеньку иди, вот так, опирайся ногами, опирайся, работай. Когда ты в жизни так ходила? Помнишь, когда ты так ходила последний раз вообще? Не помню.
Давай, это хорошая гимнастика. Будьте с Надей на перегонки. Я вам дистанцию дам. Вот сегодня обратишь внимание, вот она сбросила вес, я она после. Стара, на морде, вот это старшина. А что она стара? За то, что вес плату сбросила. Ну, а операцию сделала пластическую, будет молода. Давай, ага. Переставляй ногу. И начинай есть. Ногу давай сюда. Ноги будут ровные. Я положу там $500 на пятом этаже. И вас двоих запущу. И положу там $500. Кто первый добежит, того и деньги. Не собираюсь с ней соревноваться. Ну, как хочешь. С ней соревноваться. Или дай деньги. Ты уже не знаешь, что делать. Тогда я просто так ей отдам деньги. Просто так. Буду я с ней соревноваться. Не собираюсь. Сгинай в колени. Не заноси ногу в сторону, а сгинай в колени вперед. Вот так. Да. Не бойся, иди размашисто. Раз, два. Вот так заноси. Когда ты аккуратничаешь идешь, еще хуже, иди быстрее. И тогда оно легче. Тогда у тебя есть размах. Вот тело вперед и пошла. А сердце в бок уступает. Ничего страшного. Сердце... Давай, давай, поднимай, поднимай. Разгоняйся, разгоняйся. Разгоняйся. Вот так. Видишь, как хорошо? И дыши, не забывай. Дыши, иди дыши. Дыши и сгинай ноги. Все надо делать одновременно. Ничего страшного. Давай, 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 давай. Раз, два, переступай. Вот так. И дыши, вдох, выдох. Дыши до живота аж. Дыши, дыши. Дыши, иди и дыши. Иди и дыши. Задерживать дыхание не надо, дыши. Ой, и ручечки болят, и плечи болят. Ничего. Дыши, дыши. Дыши. Вот так, вот так. Бачишь? Давай, 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 давай. И сюда. А, не могла до конца держаться. Молодец. Ну ты сама замечаешь разницу? Что было и что стало? Привет, Пусенька. Привет, зайчик. Так. Привет, зайчик. Привет, зайчик мой хороший. Привет, мой лапонька сладенький. Привет, мой сладенький. Привет. 3 года ты, мамка, уже живешь. Так, вот это сказала мне Марго не выбрасывать. Там... Смотрите, как красиво. Забыла взять. Хочешь собі забирать. А здорово тут. Вийшла я на площадку. Открывает двери Оксана. И открывает двери Дима. Всі втроем. Первый раз. Трошки раньше вони уходять. А я ж позже ходила. Ага. А вони, вона сразу забрала коробку. Вона забрала. Там який мусор був, я туди теж ходила. Там трошки. Тоді Дімка взяв. Дімка. Вони пішли вперед, а я ззаді. Вийшла дощ. Нема де сісти, синок. Так я там тряпка в мене була. У сумки витягла лавку для себе. Все. Ой. Сьогодні маму вази дам. Треба до мужчини. Його кабінет. Так, сколько осталось этого телки? 10. 5, ага. 5 осталось. 10 пакетиков телки. 10. Тяга ему допивает. Сейчас, так, давай ложись. Готов. Видишь, на таблетках сахар 8,2. Ага. Прекрасно. Без всякого инсулина дурацкого. Та я вже сил у мене нема, синок, кругом уже заколено, і на руках, і на животі, одні
И другие, Господи, думают, Боже, коли воно все кончится. А це я привіз кидати, тут може... Якісь купи сказав, що сумма. Вот такая красивая наволочка, если кому-то надо. Смотрите, какая красивая. А что это такое? Наволочка. Ой, Лека, красиво. Да запачкаем ее, Самвел. Нет, это я продам. А, на продажу, так чтобы я не запачкала, да? Что ты ее запачкаешь? Продам, забирай. Нет, может кто-то купит. Я никого не против. Да что ты можешь быть против? Мне не надо оставлять. Пусенька дивится. Такая наволочка, ребята, есть. Потом вот 4 вот таких наволочки, смотрите, вот. Такие на кожаный диван или на что-то такие, ну, не как мягенькие такие. Вот их 4 штуки. Так. Сало я там наложил. Пакеты, да? Да, да, да. Вот це ж сало, да. А я ж дивися внизу, да, в маді. Да. А ну покажи хоча. Хоч гляну, яке воно. А ну дай мені нож. Щас, там, щас. Так, я собі водичку. Цілком. О, красиво таке. О, таке красиво. Угу. Кусочок дай попробувати нам. Тобі зараз не можна. А чого? Ну як чу? Ну що, що перейшла на те? Да. Ой, і що я зробила? До обіду. До обіду, ма. Поняла, поняла. Не перекусувати. Угу. Я водичку хочу. Ось я водичку хочу. Ось моя водичка. Треба багато його, чи нам трошки? Багато. Так, треба було більше її захопити. Я скоро буду їсти. Во время їди буду їсти. Треба варити борщ, ребята. Що неправда? Чи ти така жадна? Чого я жадна? А ти через що роздай срака? Да. Жадна. Жадна. Ну не можна от себе одривати і віддавати. Звісно. Що таке не їсти? Ага. Собака гавує. В першу чергу нормальна людина сказала, за себе треба беспокоїтися. В першу чергу. А не за весь світ. Звісно, вкусно. А чеснику чувствується, да? Ну. А це то хороша їда. Туди б кусочок хліба і все. Спасибо. І стало не вредне. Да. Ну, треба їсти. Правильно. Хоч одне, що мені нравилося. А там який кусочок покаже, теж такий маленький. А ще не жадний. Такий дефіцит. Трошечки положили. Це теж таке, да? Таке саме. Це ще менший кусочок. Тут більше. А ні, теж м'яско є. Спасибо. От це річ. Вот эту вещь. Солоненько, хорошо. Горьконько, солоненько. Отлично. Да. Если есть, еще принесу манки. Морозилку положим, а це потрошки буду брать есть. Можна поджарювати от яйця. Можна. Так, є. Воно і так укусне. Ну, яйця можна жарити. На яйця в мене є так, як і смалиць. Це взагалі шикарне. Ой, це взагалі. Це не таке солене, синок. Це вкусне. Угу, спасибо. От це добре. Да? Угу. Бач, сік. А що, його надовго хватить? Ти трошечки приніс. Як украв. Оце й буде держати сальце у желудку. Хороше. А тепер на обід у мене є. Суп чи що там є? А, у мене є і та. У мене нож. Угу. У мене є булі, є водичка, де кипіло воно.
Вот туда сейчас бросим, взяли меня почти, что тебе до супчик. Вот здесь смотри. Стало классно. Да, вот это хорошо. Артем сделал? Да. Молодец. Спасибо. Спасибо, Артемка. Так, потом, ребятки, у меня тут еще, смотрите, 4 вот такие просто наволочки рождественские. Вот 3. Да, пусенька красивый, строгий, так взгляд у него такой строгий. Поэтому возьмите, кто хочет такие, такие, такую одну. К этим в придачу дам 2 таких наволочки. Просто кто возьмет вот эти 4, 2 получит в подарок. А, и вообще у меня вот эти лотки, вот если кто-то хочет. Вот такие лотки продам. Вот этот лоток, это для кошачьего корма. И вот тут еще лоточек, такой дозатор. То есть сюда тоже можно кошачий корм насыпать, только надо помыть его. Вот 2 таких лоточка, очень удобный. И тот, и этот насыпается сухой корм. Я так ставил все вместе. Вот. И отсюда насыпал сюда, и это давал Томасу. А тут хранил другую, ну, как бы сыпучую, а оттуда насыпал сыпучее в ту. Вот такая, такие лоты. Все, больше ничего тут нету. Там еще есть вот эта штука осталась, кому надо. Вот. Размер на ней, по-моему, эска. Вот эти вот пижамка такая. Видите, она как комбидресс, че что она называется. Знаками зодиака. И такая шторка на кухню. Вот сюда протягивается ниточка или палочка. И вот она вот так вешается сверху. Такая как под гжель. Вот такая на кухню. Сверху вот такая вот эта штучка висит. Так что, если кому надо, пишите. Хочется все это продавать, чтобы этого не было. И закончить с этими посылками на все. Женские тоже, смотрите, чулочки, носочки. Опа. Смотрите, сколько. Не знаю, для чего, конечно, это. Ну, тут такие, смотрите, как штуки, которые держат, я так понял, чулки вот такого цвета. Одна, это видно на одну. Раз, такая подтяжка, вторая. И вот черные такие носочки, светленькие, телесного цвета. Тут пара, нет? Да. И вот эти. Должна быть пара, да. Одна в одной. Вот 2, 3, 4. И вот эти вот 3 штуки. Так, это платье забрали. Знаешь чего? Лед поклала. А воно не касається, а я не зітру. Я всього 15-20 минут це скину. Отак треба 4 рази в день, а ти тоді не ставила. Хоча б 3. А що тобі мішає? Холодне таке. А ну поміряй зараз сахар. 2 часа от пройшло після їди. А я зараз сало їла чи нічого? Нічого, 11 часов от зараз. Давай. Ну. Это мы без инсулина. Я ела раньше, я ела 6:30 в 7. Пусёныш. Я была готова, как ты скажешь. Пусёныш. Иди сиди чалкать. А я много не ела, я голень съела. Пусёныш. И кусок огурочка. И все. Пусёныш. Больше ничего. Пусёйка. Салат надо есть и жирное. Вот буду салат есть в обед. Те, что варилися, голень. Ту водичку похлебаю, а на вечір сварю свіже щось.
борщика, то, что ты кажешь, сделали. На землю выпала роса, на вид обычная вода, а это чья-нибудь беда. Это чья-нибудь слеза, на землю выпала роса, на вид обычная вода. Нажала и отпускай, не корешься. Нажала и все. Все, что ты держишь? Оно уже все. Если оно пробилось, оно пробилось. Что ты там, хоть держи, хоть не держи. Пробилось? Да что ты, собака? Не хочешь. Ох, а где ж ты делась? А есть, есть. Сейчас. Вижу мой свет, вижу мой день, еду к тебе. Та дай же сюда палец. Ну, на, на. Ти його убираєш. Я доведу до тебе, вона вбирає. Я хочу. Сьогодні на це чим-то буде. О! 8. Я чуть-чуть покушав. Просто, я говорю, 8. Угу. Без инсулина. Да. А на инсулине было хуже. Да. Заметила? А ты еще другую купил. И тебя... Ничего страшного. Хай лежать. Ничего страшного. Иногда подкалывать, вот если вечером высокий, можно подколоть. Вот тебе и все. Вот без инсулина, на таблетках. Врач как и говорила, что отдохнете, клеточки отдохнут, поджелудочная отдохнет немножко. И все. Спасибо ей. Подсказала правильно. А теперь возьми кремом. Три раза есть, да? Ну пока да. Потом будет видно. Возьми кремом вот этим Маргошу, что Марго присылала. Вот это, да? Минералами, грязью Мертвого моря, обогащающий. Возьми, помажь вот эту ногу. Вот, вот эту. А это не надо? Зачем? А вин мазал сегодня. Не надо. Ну, это мазал, как массаж делал. А зачем ну, да, тебе? Да, он мне не смазывает. Так, а тут? А тут там за... должно где зацепиться быть. Да надо же. Я не бачу. А, здесь еще есть. Хвостик, хвостик. Должен быть. Но надо его зачепить. Не так-то не хочет. А ну, може, в тебе получиться. Все, він. Бачу його, синок. А ти вже? Вже? Тепер тяни. Да? Одривай, що вже? А я думала, ти одірвав. Так. О! О! Єсть. Ого. Вот это, да? Да. І п'ятку, і, на... і пальці, все. Все. Воно ж на топтиші написано, я читала. Я читала, синок. Маш, хорошо, Маш. І це помажу, бо теж все время на його так і на кровать, уже підбалює і воно. Ну, уже все. Уже все. Якщо б навіть сказали делать сюди, я не соглашусь. Ходить, ще не така крива, буду мазати, що делать. Чи таблетки пить, чи що, не знаю. Уже як є. Уже як є такі, може хватить дожити. Хватить мені на мою. Одної ноги хватить. Зараз. Оце наладить і все. І все, синок. Тут зуби ще шатаються. Ну зуби хай вже шатаються. Знаєш чого, зач? Я ж тобі казав. Оці передні, там отакі сінькі остались на діто. А далі нема нічого. І от коли я трогаю в зубах чистю, де нема нічого, на цій стороні і на цій. І вони шатаються. Якщо хорошо дернуть, і не буде, будеш 90-100 років бабки. Без зубів рот западає. Рот западає. А ти неплохо, ти поправилась трошки, так? Да? Ну, ці, да. Ну, я зважила сьогодні на холосту. 57-800. Оце мій вес. А на лиці кругла. Ти кажеш, врач, я єстественна, в мене нічого нема. Все своє, личико кругле, рісниці чи брови свої. Які є, ну, свої. Єстественна красота. Не іскусственне. Поняв? Так що? Ого! Ого!
Маш, маш. Так, хорошо, хорошо. Отут десь у мене натопте. І пальці. Оце ж ти якраз натоптиш. Щас, щас, щас. У мене ж натоптиш, що тут. Ось твердий такий. І пальці, між пальцями. Так, 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 я знаю. Ногті такі колючі, тверді. Ще треба воду гарячу. Це треба, да, врача піти, сувати, щоб обрабатували. Так і не проходили. І цілий год пройшов, і так. То те, то все, 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 все. Не якось ніколи не виходить. Хорошо, подошву розмазуй.